Музыкальное дарование, учится играть на гитаре. Вся в папу. Папа у нас играет на гитаре. И дочь учится. Попробуй, дочь. Получится у тебя? Кто тут отвлек наше внимание? Кузя у нас просто уже не убегает. Он в дружбе привык, что там места мало. Ну, две комнаты, знаете, в одном доме. И привык, что за ним всегда бегают, ну, и всегда ловят, постоянно ловят. Но вот уже не знает, что здесь много комнат. И все равно остается на месте, потому что понимает, не избежать его участи. Маша, ты пойми, вот эту руку нельзя ставить, потому что она заглушает все. Одной ручкой надо. Опять так же. Ты что, ненавидишь эту гитару? Вот так хочешь, как будто ударить, я смотрю, вот давай. Ты профессионал, я знаю. Надо берется. Ой. Что случилось? Что случилось, зайка? Да и пощечку не дали. Ну все, игры закончились.